Япония проводила подпольный турнир по боевым искусствам. Твой противник в предстоящем поединке был чемпионом этого турнира. Начинайте! Шун Сэй бежит вперед. Баки уворачивается вправо от удара Шун Сэя и бьет его по челюсти. Вдобавок, он выполняет удар снизу по нижней челюсти Шун Сэя, чтобы мало не показалось. Пользуясь его слабостью, Баки выполняет удар ногой с разворота. Шун Сэй теряет равновесие. И бой заканчивается. Поединок длился 2 секунды.